Всем привет, дорогие друзья, с вами Шарон, и это не стрим, теперь это запись. Не так давно я понял, что весь процесс озвучки весьма утомительно смотреть, и решил сделать для вас небольшую нарезочку. Ну, соответственно, с хорошим качеством и звуком. Ну что же, начинаем. Что это было? Откуда взялись трупы? Почему Юна хотела скрыть их от меня? Неужели это все? Ее рук дело! Ее рук дело! Может, стоит рассказать полиции? Мне не спастись. Как-то по-другому он говорит, я не знаю, как он говорит это. Не спастись. Эпизод 4. Рукописный дневник. Да, алло? Да, алло? Нет, он только проснулся, он должен такой типа сонный. Да, алло? Господин Курусу? Да. Я стою у тебя под дверью. Гуляешь? Нет, только проснулся. Уже выхожу. Извините. Привет. Поздно лег вчера? Я же просил тебя позвонить, когда домой придешь. Извините. Ладно, пошли. Господин Курусу, я хочу поговорить о Юна. Вчера вечером... Не хочу вмешиваться в ваши личные дела, но потом отчитайтесь. Безопасность превыше всего. Минэнеурю поймали. Девятую? Да. Она попала в лапы секты «Глаза богини». Если мой дневник следователя не врет. Если проболтаюсь про вчерашнее, Юна точно узнает. А если узнает, меня ждет та же участь. Она следит за мной. Давай еще раз. Эй, не шумите. Владелица дневника? Владелица дневника? Как же быть? Я приказал помощникам штурмовать храм, если не выйду на связь. Как же быть? Если позволим шестой погибнуть, а девятый уйти, все пойдет на смарку. Юкитэру! Я согласился остаться только на одну ночь. Но ничего хорошего она не сулит. Цубаки! Пожар! Воду! Воду несите! Быстро! Тушите пожар! Глупец! Это же бензин! Какого черта? Что с ними стряслось? Точно! Надо спасти Цубаки! Тебе что, на нее плевать? Блин, как-то я слишком пищу, ну ладно, неважно. Продолжаем. Или ты и меня убьешь? Ты чокнутая! Кто-то отрубил разбрызгиватели. А Курусу их снова включил. Как твой глазик, девятая. Или скорее Минэнеурю. Вижу неплохо. А все благодаря моему уходу. О побеге даже не думай. С глазами богини тебе не справиться. В камень-ножницы-бумага играла? Бумага бьет камень, ножницы бумагу, камень-ножницы. Тут похожая ситуация. Дневник беглянки абсолютно бесполезен. Да пауза нужна. О, наверху затихли. Суматоха, которую устроили сектанты, прекратилась. Ничего себе дневничок. Неудивительно, что они девятую поймали. Слава богу, не стал с ней ссориться. А это еще что? Какого черта? Провидение бесполезно, если враг один из сектантов. Геройские поиски, видела? Я всегда мечтал стать настоящим героем. Превращение! Превращение! Дневник!
Похоже, дневник начал действовать. Неужели? Геройские носо... Геройские носочки! Геройские перчаточки! Геройская маска! Боже мой. Что скажете, барышня? Правда ли я крут? Правда ли я крут? Похоже, удалось сбить их с толку. Фишка шестой провидения. Моя же. Это ушки. Умрите, умрите. Злобной секте смерть. Уиу! Умрите, умрите, злобная секта. Умрите, умрите, злобная секта. Мой план по осуществлению вселенской справедливости смертным не прервать. Мой план по осуществлению вселенской справедливости смертным не прервать. Та-да-да-да-да-дам. Ты что творишь, Юна? Она догадалась! А не, бред какой-то. Она догадалась! Однако, принцип камень-ножницы-бумага не нарушить! Эпизод 5. Аудиодневник. Вуаля! Спасибо за просмотр. Теперь... Нет, надо что-то другое сказать.